фойе Центра культуры и досуга «Восход». Театральный фестиваль «Димитровградцы» ждут с интересом. Он стал неотъемлемой частью культурной жизни нашего города. Пьеса «Кафки. Процесс» написана в начале прошлого века, актуальна и сегодня. Этот спектакль, который заставляет думать и очень о многом. Это считается абсурд, конечно, но в жизни, если посмотреть, сейчас очень много абсурда. Фишка театра «Профразы» – минималистичные декорации, трансформеры, когда декорация превращается во что-то другое. Вот сегодня тоже зрители это увидят. Увидят очень близко. По замыслу режиссера зрители находятся на сцене, рядом с актерами, и практически являются участниками спектакля. Фестиваль «Театральный Атомград» – большое событие для Димитровграда. В этом просто большая заслуга и благодарность и губернатору, и главе города, и управлению по делам культуры и искусства, и работникам нашего драматического театра. То есть для димитровградских зрителей это большой подарок. Благодаря фестивалю горожане смогли познакомиться с творчеством разных театров, не выезжая из Димитровграда. Марина Антуганова, Василий Кудинов. «Наше время».